Так встречают паломников. На днях в аэропорт Медины прибыла группа мусульман из Индонезии. На священной земле их встретили со всеми почестями. Каждый паломник получил подарки – цветы, финики и бутылки с водой Замзам. Самолет с сотнями паломников из Индонезии лично встречали руководители Саудовского министерства хаджа и умры. «Сегодня мы рады принять гостей Аллаха из-за пределов королевства после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Сегодня мы приняли первую в этом году группу паломников из Индонезии». Все эти дни в Саудовскую Аравию прибывают самолеты из разных уголков мира. На борту паломники, которые уже скоро совершат хадж. После двух лет пандемии власти Саудовской Аравии разрешили иностранным пилигримам совершать пятый столб ислама. Пока это могут сделать лишь 1 000 000 человек. В прошлом году из-за ограничений хадж совершили 60 тысяч человек. В 2020 году всего 1 000. В 2019 году обряды хаджа выполнили более 2,5 миллионов мусульман.